Друзья, всем привет! Продолжаем тему удушений и классика удушения дзюдо. Значит, начнем мы с партера. Я забрал спину. Спину забрал, садимся. Лицо к колене. И часто получается, что вот я рукой правой забираю кимоно, отворот, да, для удушения, но партнер руку прижимает, и руку мне тяжело уже отработать удушение. Угу. Забираю. Вот, а он руки прижимает. Тогда тут включаем классику дзюдо. Рука правая держит на месте. Проворачиваюсь головой к его левой ноге. В данном случае нога уходит через его ногу. А руку просто прижимаю к себе. Ушел вот сюда. И рука, как бы он ни держал, она автоматически натягивается очень крепко. Правая нога должна быть не под лопатками, а подтягивается вот сюда, чтобы он не смог уйти мастить. Эту руку хорошо держать, если получится прижать таким образом, чтобы полностью обездвижить. Хорошо. Бедра сводим и руку тащим вот сюда. Руку не локоть не в сторону, а вот сюда, локоточек. Что здесь происходит? Вот я взял захват, он прижал. И здесь не получается сделать, он хорошо прижимает. Если я всем корпусом затягиваю этот захват вот сюда, вот сюда, то он как держит, подержал. Вот как бы он ни держал, рука съезжает. Левую ногу прижимаю вот сюда, правая отключает ему лопаточки. Здесь или просто держу, или свое кимоно прихватил. Можно еще и ручку прихватить, чтобы она не мешала, вот сюда, таким, любым образом. Поплыл. Я должен быть перпендикулярно к нему, тогда я смогу контролировать. Вот смотрите, я сейчас просто без удушения, просто показываю, как ногами надо держать, чтобы в каком положении держать. Просто как бы уходим, как будто я держу. Вот. Ноги контролируют его, я запрыгнул вот сюда на него. Учитывая, что у меня здесь петелька, он так бодро не будет прыгать. То есть ноги вот не так, прыгаем, будем, вот, может уйти, да? Угу. А ноги вот таким образом. Чтобы отрабатывать это движение в партере, для тех, кто не знаком с этим движением, лучше начинать со стойки. Это же движение классическое со стоечки. Чтобы понять амплитуду, что нужно корпусом заворачиваться туда. Берем захват классический, да, отсюда. Сбил его на четвереньки, забрасываю в петельку, да, отсюда шагаю в него, левой рукой прихватываю его ногу, правой делаю отмашку. Кувырок через левое плечо, вот сюда. И приходим в это положение. Нога должна вот здесь лучше быть. И в крайнем случае она стоит на ковре, вот здесь на ковре, но подпирает лопатки вот таким образом, чтобы он не крутился. И вот отсюда я тоже буду перпендикулярно к нему. Приходим точно в такое же положение. Рука тащит вот сюда. Ноги контролируют, вот контролируют. Если получится прихватить ручки или свое кимоно, вот свое кимоно прихватить, будет вообще шикарно, чтобы у него было минимальный шанс. Мы сейчас еще покажем с партера. Получилось взять. Он прижал. Поворачиваемся к нему. Вот сюда. Закрыл. И душа. Это классическое удушение из дзюдо. Оно рабочее. Даже кто смотрит соревнования по дзюдо, периодически это удушение проходит на большого уровня в соревнованиях. Так что всем удачи, всем хорошего удушения.